Сегодня распакуем и сделаем обзор на Sony Kra Pro. Приставка Pro, это значит профессиональный. Профессиональный говорит о чем? На них заложено более там износостойкость лучшая, чем в других. То есть технологии самые современные в них заложены, именно Salomon. Итак, что тут? Размер 11, евро 46, US, ну вы видите, японские это постельки. Евро 46, значит наш это где-то 45 примерно. Сейчас мы их достанем. Вот так они выглядят. Сейчас облетим. Ботинки очень классные. Ну, за то, что они классные, супер легкие и все такое, они стоят как бы недешево. Они стоят 9990. То есть здесь все самые современные технологии. Опять же, Salomon сейчас идет к облегчению всего. То есть он уходит от всех нашивок, сверху еще что-то. Все только как наклейка. То есть на ощупь, как будто это обрезиненная наклейка. SensaFit выполнен в виде наклейки такой. Как бы, когда вы затягиваетесь вот здесь, все, это как наклейка. Она только на ощупь чувствуется, что это бугорки. А так это вот так выглядит. И спереди такая же защита. И сбоку также. Вот он, SensaFit указан. Здесь указано, что Sony Kra Pro. Модель так называется. Salomon часто с внутренней стороны пишет название модели. Не на всем, но пишет. Внутри вот так они выглядят. То есть у них идут, я не знаю, видно будет, вот такие вот зоны. Не пятка, не полностью вся в поролоне, а только вот здесь зоны выделены. Это идет для того, чтобы тоже уменьшить вес и только зажать пятку и все, чтобы лишнего ничего не было. Они идут очень супер легкие. Если вы их берете для бега, это вообще классные боты. В них можно бегать и прыгать очень хорошо, что стелька загнулась. Вот такая стелька. Стелька такая идет, ну, плотная довольно, с дырочками, чтобы дышала. Опять же, это все сделано для того, что в них можно, вот она идет, также зашита, год, месяц указан. Идет язычок здесь очень классный. Когда вы зашнуровываетесь, вот эта вся штука у вас облегает всю ногу, бой. Вот здесь вот. И у вас получается прилегание ботинка прям четко. В них можно бегать и на голую ногу, чтобы бегать и по воде. То есть в них вода может спокойно как бы и затекать, и вытекать. То есть ничего такого страшного. Сетка здесь двойная, чтобы песок, щебень и все остальное там. Ну, все мелко, чтобы не попадало. А с водой они тоже нормально. Ничего этого не отклеится, ничего не, ну, не порвется. То есть они для... Подошва тут идет, новые подошвы. Вейп или вайп, как хотите там называйте. Все равно можете поправить в комментариях. Это сути не поменяет. Как бы очень мягкая, комфортная подошва. Сами ботинки идут именно для бега не по пересеченной местности. То есть любой бег, где есть покрытие. То есть либо специальный там на стадионе, где покрытие идет, либо асфальт. Вот такой вот. Можно, конечно, по щебню бегать, но щебень они тоже будут все-таки проскальзывать. То есть это либо асфальт, либо трек, подготовленная поверхность. То есть в них будет тогда классно. Но если не говорить для спортсменов, а для простых людей, то очень классная, комфортная модель для города. То есть она дышит хорошо. В них можно далеко и хорошо походить. Очень удобная, прям невесомая. То есть и ноги будут отдыхать. Если у вас там вес нормальный, то есть 90+, в ней будет хорошо, комфортно, не будут болеть ни колени, ни ступни. То есть весь день, если походите где-то, допустим, поехали в другой город, еще где-то там такой городской туризм, скажем, что вы весь день на ногах, в них будет супер комфортно и классно, вы не пожалеете. То есть офигенная модель. И опять же повторю, что это Pro серия, значит в ней заложена более лучшая износостойкость и все остальное. Ну вот так выглядит.
Заходите к нам в магазин, заказывайте, покупайте. Размеров с каждым днем все меньше.